Привет, это Warlord. Сегодня в группе Руслан выложил фотографию, где были совмещены герои Знаксонайца и Ниндзяго, самые главные. Ну и вот я подумал, что интересно будет показать вам это на канале. Вообще эту тему придумал, как я понял, YugoBrick, пользователь Instagram, который это выложил. Что ж, давайте пробовать вот эти фигурки. Затесался один. Так, ну 5 на 5, 5 главных героев из Знаксонайца, 5 главных героев из Ниндзяго. Ну, давайте совмещать. Вот сначала убираем. Тут остается Кай и Мэйси. Красный с золотым имеется на обоих фигурках. Ну и сейчас будем их преобразовывать. А пока я это делаю, хочу вам рассказать, что у меня есть Instagram Dan Warlord. Кто еще не знает, хочется сказать, что на 5000 подписчиков там будет крутой розыгрыш. Давайте добьем, там осталось чуть больше 1000 человек. Я думаю, этот ролик точно посмотрят больше. Ну вот, погнали. Я сначала сделаю такую простую тему и просто вот мы проверим. Знаете, ну, погрешность есть с точки зрения наличия бордового цвета, но так, красный есть, золотой тоже есть. Но это выглядит объективно не так плохо. То есть, ну, это нормально. Давайте я попробую эту фигурку сделать теперь Мэйси. Мне кажется, вот это уже кринж будет, но мы уж сделаем. Не суть. Раз у нас с вами слияние, давайте... На обе стороны его проводим. Ну нет, это мне уже не особо нравится. Прозрачно-красный здесь прям лишний. Лишний. А вот тут хорошо, более-менее. Кстати, вы в комментариях напишите фаворита вообще. И пока мне кажется, ладно, это не так плохо, это забавно. Это забавно, вот. Хорошее слово для этого видео. Клей. Клей будет с Джеем. Вообще хочется отметить, что практически всех героев я подобрал... По цветовой гамме идеально. То есть вообще в Лего у героев из одной и из другой серии цвета похожи. То есть синий, зеленый, белый, красный. Ну вот Коул, он отчасти желтый. Вот Знаксонайц был желтый, это Аксель. Так, пробуем. Мы все еще будем делать стандартную схему. То есть торс от Некса и голова с наплечниками от Ниндзяго. Потому что это идет лучше. Так, подождите. Топчик, слушайте. Джей, совмещенный с Клеем. Еще ему дам оружие какое-то, чтобы нормально выглядело. Но по факту эта фигурка мне нравится гораздо больше Кая. То есть там мне все равно, вы слышали, сомнения были. Здесь, мне кажется, супер, честно. Этот Джей здесь максимально бронированный. То есть вы видите, как здесь продолжается вот эта броня. Мне даже нравится больше, чем стандартная версия. Потому что стандартная проще. А тут прям такой мощный напичканный герой. Пока фаворит. Ну, посмотрим, что будет дальше. Мы с вами берем Аарона и совмещаем его с Ллойдом. И вы видите, что да, серебряный, зеленый, цветовая гамма похожая. Но тут у меня сомнения из-за того, что присутствует и такой прям ярко выраженный салатовый цвет. Салатовый цвет. Так, кстати, подождите, мы вот не совместили. Я, конечно, не особо рассчитываю на этих героев, но все-таки нужно делать. Вот. Это... Вот. Нет, ну нет. Что-то обратно это не работает. На самом деле, не знаю почему, но вот так. На мой взгляд, не очень. Дальше, так. Получается у нас Ллойд. Так. Проверяем. А тоже годно. А тоже годно, потому что серебряного больше, а серебряный отлично сочетается вот этот вот с доспехами. То есть это реально получаются полноценные законченные именно рыцари. То есть если там еще это не совсем так было, то когда мы доспех полностью заканчиваем, то это выглядит интересно. Многие мне напишут, что нет, зачем, извините, делать рыцарей. Да незачем, понятно, это просто мы прикалываемся, так не должно быть. Но если это мы вот делали бы рыцарей из ниндзя, то так это, конечно, полностью интересный законченный образ. Тут Ланс, до сих пор, кстати, помню их имена, прикольно. Хотя столько видео записываешь, естественно, запоминаешь. Так, это Зейн. Так, ну, давайте пробовать. Здесь, кстати, не знаю, может тоже получится, может нет. Так. Да, ну вы, я думаю, понимаете, что у нас тут голосование в комментариях должно быть. Я вам в конце назову своего фаворита. У меня голова улетела. А вы, естественно, напишите своего. О, с точки зрения голова прикольно смотрится здесь. Немного не очень, на мой взгляд. Мне не нравится, вот как тут оранжевый с золотым смотрится. Конечно, тоже неплохо, но тут не хватает большего количества золотого цвета. Либо, наоборот, если бы тут были серебряные элементы, было бы лучше. Ну а так, пока он мне нравится меньше всех, тут, на мой взгляд, слабое попадание. А если дам щит, давайте посмотрим.
Щит же все-таки должен как-то вот. Щитом чуть лучше. Нам нужно срочно что-то золотое. Я даже возьму булаву у Коула. Нужен золотой... О! Чуть-чуть лучше. За счет того, что здесь золотая деталь и здесь. То есть как-то можно с этим существовать. Но все равно он пока хуже всех получился, на мой взгляд. Так, здесь попутно у нас остаются тела. Тела из ниндзяга. И головы с наплечниками. Кстати, смотрите, какие прикольные в Нексонайз были наплечники. Кто вдруг забыл. Ну и теперь самый странный у нас будет с вами момент. Это Аксель. Это Коул. Так. Будет в любом случае очень крипово. Странно. Ну ладно. Ладно. Я помню, что это одна деталь. Так что... Да, у нас с вами уже есть номинант на самое худшее совмещение. Так. Здесь, честно, не вышло. Давайте хотя бы, ну, с ногами, что ли, попробуем. Хочется 5 героев-то получить. Господи, какой ужас. Хочу чем-то это закрыть. Есть тут наплечник? Нет, наплечника нормального нет. Значит, будет обычный золотой. Ну вот, кол. А вот это можно? Очень крипово сделаем. Ну, хотя... Нет, ладно, давайте мы стандартную маску наденем. Просто вот ноги поменяли, чтобы было 5 героев. И в итоге давайте я вам скажу, как выглядит сейчас мой топ. На первое место все-таки Джея хочу поставить. Эмоцию он больше всех вызвал. На второе Ллойда. На третьем у нас расположился Кай. На четвертом расположился Зейн. И на почетном пятом расположен Коул. Что могу сказать по итогу? Это странно, но, как вы видите, отчасти получилось прикольно. Пишите в комментариях свое мнение. Хотите ли видеть еще подобные совмещения каких-то разных серий? Поддерживайте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока!